Книга «Премудрости Соломона», глава 1. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается не искушающими Его, является не неверующим Ему, ибо неправое умствование отдаляет от Бога, испытание силы Его обличит безумных, в лукавую душу не войдет премудрость». И не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Человеколюбивый Дух премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его и истинный зритель сердца Его и слышатель языка Его. Дух Господа наполняет вселенную, и как все объемлющее знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличение беззакония его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивает душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительное, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле». Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом, и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.